Каждый из нас живет в своей собственной системе координат, которая определяет наше движение по жизни. Я прихожу в этот зал каждый день. На каждой тренировке у меня есть установка на успех. Делай максимум, чем ты занимаешься каждый день. И ты начнешь расширять границы своих возможностей. Ты сам отвечаешь за то, что можешь сделать. Таким образом, твои шансы на успех возрастают. Каждая моя победа – способ доказать окружающим, что я лучший, а себе, что могу добиться большего. Все дело в достижении своей мечты. Даже возникающие внутренние и внешние барьеры, которые могут дать какие-то сомнения касательно моих сил, не смогут меня остановить. Главное в этом понять, какие знания и навыки мне нужны. Какие действия необходимо предпринимать. Остается методично шаг за шагом делать то, что будет помогать мне идти к тому уровню игры, к которому я стремлюсь. Я наслаждаюсь процессом и становлюсь лучше, и это делает меня счастливым. Будьте счастливы и делайте то, что любите, и постоянно учитесь, прилагая усилия раз за разом с конкретной последовательностью. Это и есть установка победителя.